የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ደስ ይበል፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለመኘልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ በእኛ ላይ ስለበዛ ይክበር ይመስገን መድኃኒዓለም። ድርዚያ второй день в Эфиопии. Сейчас мы заехали на шиномонтаж. Чума. Шиномонтаж. Шиномонтаж. Yeah. Шиномонтаж. Шиномонтаж. Yes. And и будем ехать Курифту. Курифту, Курифту. Курифту. Короче, типа как база отдыха, что-то типа такого. Там есть озера, горы. Отели, в общем, крутое место с классными пейзажами. Вот. Я еще с порсоной не евший получается вид из резорта этого. Вот. Okay. Прикольный вид. Круто здесь. В этом курортном городочке. Сейчас возвращаемся домой. Потихоньку темнеет, становится прохладней. Но место очень крутое. Я сейчас смотрю тут по сторонам, сзади меня охренительные горы. Их, конечно, моя камера не передаст, но там реально круто. Бетен, 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 б
просто жесть. На Жигулях. По Жигу. Это жесть. Очень круто. Вход всего лишь стоит 50 местных рублей. В гривнах это будет тоже 50 гривен, в общем. Вот, так что крутое место. Интересно. Интересно было, да, действительно. Узнал немного про жизнь Эфиопии, про Адис-Абабу. Очень круто. И вот такой вот вид сзади меня. Площадь. Сегодня у меня такой день музея, получается, и это мой второй музей за сегодня. Национальный музей Эфиопии. В общем, здесь собраны все достопримечательности, так сказать, артефакты, все, короче, собрано в этом музее. Вот, сейчас пройдусь, посмотрю и покажу вам немного интересных вещей. Этот музей Эфиопии. И сейчас я вам покажу еще один памятник одному человеку, у которого есть вроде бы как эфиопские корни. Вы все знаете этого человека. И вот этот человек. Пушкин. Все вы его знаете. Так вот, якобы у него есть какие-то корни там африканские, не знаю. В общем, сейчас погуляю где-то на окраине города. Встречаю людей. В школьной униформе. Много разных деток бегает. В общем, все так прикольно, улыбаются люди. Атмосфера нереальная.